Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наши приключения в World of Warcraft за нашего приста. Итак, сегодня я думаю пробежаться по случайным, опять же, подземочкам. Поехали! Регаемся хилом. Я думаю, что... О, на удивление, нас быстренько сюда забрало. Ну, хотя, может, и не на удивление, а потому что с хилами в этом... контенте достаточно проблемно. 64. Ага, тут тоже 64. 85. Понятно. Можно пойти. Что пойти? Я могу прямо здесь, в таверночке, все это дело впарить кому-то. Ого, сила, выносливость. Очень нужно. У меня тут что? Дух, конечно, дух лучше, ё-моё. Штанишки. Так, танк сбрился. Койот. Подонок. Но ничего, на удивление, есть еще один танк. И это очень-очень хорошо. Так, ну-с. ДДшник. Yes. Позвало. И это хорошо. Куда мы? Кузня крови. Ну, конечно, не камильфо. Можно было бы и получше. Но... и на том спасибо, как говорится. Так, давайте, значит, всем по хилке. Кто это у нас? Друид. Тролль-друлька. Ну, норм. Чё там, сегодня танковать будем? Понятно. Возможно, и нет. Шестьдесят первый. А у нас кто тут? Хант, друид, рыцарь смерти и монах. Давай в путь. Достал. Ох, как они их. Давай, давай, собирай. Ну, я обычным, обычным самым лайтом без проблем справлюсь. Прохил. Чё друлька она такой на скорости какой-то мотается. Видать, кто-то бафнул его. Надо ему... А, хотел сказать, чтоб Дру дал баф, но у танка нет, по-моему, бафа на этом уровне. Хотя я могу и ошибаться, но, по-моему, нет. Вперед, вперед, вперед. Тут-то я понимаю, отлично хилю. Без каких-либо проблем мана не заканчивается. Не то, что у койотов некоторых. То маны нет, то мозгов нет, то еще, блин, чего-то нет. Дал баф. Так, ну, тут все здоровы. Все заряжены и готовы к бою. Обновим. Можно, кстати, и хильнуть посерьезней. Так, что-то он как-то, видать, не особо хочет уже агрить всю комнату. Да, придется. Хилочка, хилочка. О-о-о-о. Ушел в хил. Точнее, в хил ушел в фейт. Так.
Нормал. Все здоровы. Все здоровы, все живы. И это главное. Ой, сало, не вовремя. Ох, как не вовремя. Щит пошел. Давай тех сюда, всех агрим. О, вы решили и босса даже. Но это я не уверен, что мы справимся. Раз. Два. Так, щит. О, прикольная штука вывалилась. Но мне она не нужна. Где там друля? Вперед. Иллидар, самодовольный глупец. Оу, черт. Его, и запределье будет моим. Всем по флешлайту. Ох, друля красава. Агрит прям как мне нравится, прям как я. Только хил у него не всегда такой, как я. Замечательно. Идем, идем, идем вперед. Хорош. Обновим ход и дальше. Так, ребятишки, чё-то вы. Сейчас я вам всем по хотику раздам. И все хорошо, все замечательно. Да я думаю, Дру, там и без тебя его раскочегарят. Норм. Мы прям круче гора. Всех захиляли. Это очень хорошо. Браток. Получай отхилочку. Эксар. Что там с тобой происходит? Куда у тебя хп девается? А, наверное, он просто на минах стоит или на каких-то бомбах. То они у него и куда-то пропадают. Давай, открывай ворота и понеслась. Одного хотика тебе хватит, более чем, я думаю. Кстати, не помешало бы на себя дать тоже ход. А, так вон оно что его ускоряет, гоню. Мой щит его, блин, и ускоряет. Я-то думаю, что ж так на него влияет-то, а? Вперед на босса. Так, кого там хилять? Наверное, Дру надо. Оу. Интересный тринк выпал. Так, я даже и не знаю. Даже и не знаю. Что он хоть делает? Расходы на следующее заклинание более чем... Интересно.
Прикольно, конечно, что он просто на инту. Вашего максимального запаса здоровья. Да, ладно. Занидаем, короче. Занидаем и поставим вместе этого. Вместо этого. Иллидан, самодовольный глупец. Я сокрушу его. Опа. И запределье будет моим. Давайте на бэшку. Хотя, быть может, скорость была и получше. А может и нет. Красавец, всех за... Ох ты, блин. Я еще и даже успел получить по пачке пару раз. Давай, где ты там, шуруй вперед. Ого, нехило так моя слово тьмы жарит. Я и не знал. Кстати, круг исцеления, прошу. Так, кожа. Ну, норм. Что ж, я думаю, можем ливнуть. Вот. И сейчас зарегаться в еще один данжик. В принципе, рестед нам позволяет это сделать. И это очень хорошо. А вот и следующее подземелье, друзья мои. Крайне быстро. И это очень и очень хорошо. Ох, боже мой, только танка нет. Где ж танкист? О, а вот и танк. Неужели опять туда же? Ну вы шутите, а? А не, не туда. Гоню, не туда. Теперь мы где? В бастионах адского пламени. А я какого уровня? 62-го. Да, 60-го, 60-ничка пала, пробивают, нехило так. О, а не, у него чуть-чуть все-таки фамильки есть. Немного, но чё-то есть. Прохил, прохил. Ну, мана у меня практически толком и не кончается. Это меня радует. Давай быстрее. Своим аспектом. Ого! Ни хрена себе. Скорость. Не, ну упырь, а. Ну упырь, паладин. Неслась. Let's go дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это уже нехорошо. Так, тут я могу уже не выхилять.
Так. Вот так вот мы отлично решили этот вопрос. Просто исключив ублюдка из группы. Так, и кто там у нас? Палыч какой-то, эльф крови воин. Замечательно. Так, а что-то он какой-то и умерший, и не в сети. И прям вообще какой-то интересный. Так. Почти прибежали, а? А если пал нормально танковал, а не ныл? Как девочка, убери дух стаи, убери. Как будто бы он ему мешал, блин, каким-то образом. Тебя хилят, хилят. Дамаг есть, есть. Иди танкуй, че ты ноешь, как баба. Так. Где Хант? Ой, Хант, боже мой. Воин. Воин вообще в Агримаре. Интересно. Кстати, не знаю, есть ли у меня масс-рес. Да, есть. Массовое воскрешение. Где там танк? Да, однако. О, друля подтянулся. Непонятно только где он, а вот он. Все, бачу. Друида вижу, вперед из песни все. Давай, давай. Ох ты, блин, что-то его пробил. А, он 59 уровень, о, жестко. Это, конечно, яд. Но он заряжен весь, блин, кошмот, поэтому должен справляться на ура со своей задачей. А его задача... Дело не сложное, держать агро. А моя задача его просто... Чётенько отхиливать. И все будет норм. Ох, еще у меня за окошком такой ливень именно валит, вообще жесть. Может быть, даже вы его услышите, не знаю. Там уж вот так лупит прям. Как будто бы у меня окно открыто. Погодка нынче на улице чё-то вообще не камильфо, друзья мои. Вчера вроде еще и было... Круто, солнечно, а сегодня уже... Оу, фак. Это нехорошо. Даю фонтан. И, короче, хиляю как могу. Хиляю как... Не знаю кто. Ну, фонтан, в принципе, тоже помогает. Это видно. Это радует. Так, ткань. Ух ты, ткань. Дух, да? А у меня... Нет, мои получше. Хоть здесь и дух. Но мои получше в том плане, что они дают плюс 10% к экспириенсу. Да вам не хухры-мухры. Так, надо, короче... Надо, короче, не забывать хилять. О, у меня тут 30%. Не ок. Манка-то закончилась, мальца.
Суперобилка мне ее восстановит. Так, ну а мы двигаем дальше. Где там Дру? Вперед давай, Рищи. Я влился в бой. Опа. И инстантом хлопнул его еще раз в добавочку. Вообще хорошо идем, а? Вот что значит хороший хил. С хорошим хилом ничего не страшно. Даже когда он кого-то агрит. Хоп. Вэйт ушел. Раз, два, три. Заюзал. Ману не трачу, но хиляю. Как сумасшедший. Даю на него баф, точнее баф щит просто накладывая. Бафа там никакого нет, сюда идите. Ой-ой-ой, нехорошо. Очень нехорошо, но ничего, захиляем. Вообще на ура. Побежал друидик впереди всех. Давай на босса пошел. Вы смеете противостоять мне? Держи баф на криты. Конечно. Дал ей, наверное, их рановато. Можно было дать чуть-чуть позже, и тогда она бы смогла куда больше продамажить. Но ничего, не беда. Это все мелочи. У нас сейчас будет левелап с вами, и это очень хорошо. Кстати, надо бы и себя похилять. Сила атаки. Не, спасибо. Это мне неинтересно, кстати, что у меня там по новым данжикам. Аукинайские гробницы. Круто. Это хорошо, это хорошо, жаль, но у меня вот отдых, состояние бодрости называется, ух ты ж, ё-моё. Состояние бодрости практически окончилось. Но состояние бодрости на моем паладине там, наверное, уже столько его накопилось, что там на несколько уровней хватит. Так, что-то я не те обилки жму. Мы старались. Маловероятно. Давай еще колодец света. Наверняка. Миссия выполнена. Так. Что можно, в принципе, и ливать. Так, ну, пару данжиков пробежали, друзья мои. Ну и думаю, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками. Вам не тяжело нажать палец мне вверх, да? А меня это стимулирует создавать все новые и новые видео. Что ж, всем спасибо за просмотр еще раз. И встретимся с вами совсем скоро в следующих сериях. Всем пока!